Недавно молодой певец Асхат Джалгабай выпустил клип, в котором впервые исполнил рэп-партию. В последнее время любители жанра кью-поп заметили, что стиль и манера исполнения Асхата больше попахивает хип-хопом. Оказалось, не зря певец действительно думает о смене музыкального направления. Подробности смотрите прямо сейчас. В кью-попе по сравнению с другими жанрами выступает небольшое количество артистов, а сольных исполнителей можно даже по пальцам сосчитать. Но теперь, возможно, еще на одного певца станет меньше, ведь Асхат Джалгабай думает на смену музыкального направления. В будущем я планирую выпустить альбом в жанре хип-хоп. В нем будут песни таких стилей, как Future Bass, R&B. По мнению молодого артиста, хип-хоп в нашей стране только-только делает первые шаги и очень медленно набирает обороты, поэтому его целью будет развитие этого жанра. Среди нынешней молодежи хип-хоп не очень развит, и артистов в этом жанре мало. Думаю, ему нужно время, чтобы обрести популярность в нашей стране. Наверное, 10-15 лет уйдет. В западной области Казахстана был исполнитель Жакау. Он развивал этот жанр, поднимал актуальные темы и проблемы общества. Я думаю, что если у нас хип-хоп наберет обороты, то молодежь будет свободнее выражать свои мысли. Мои песни — это плод моих фантазий и жизненных ситуаций. И чтобы найти отклик от своих слушателей, я пытаюсь делиться с ними обычной жизнью. Так они почувствуют связь со мной. Как говорится, держайся две лодки, сразу очутишься на дне. Поэтому мы бы посоветовали Асхату, чтобы он определился со своим музыкальным направлением и начал активную деятельность. Гуляйна Аксункар, Руслан Хасанов, Headliner.